Всем доброе утро, ребят. Ну что, у нас как обычно обзорчик акции, которые есть на выходных. Может, сегодня по идее не может, сегодня должны быть наборы накопления. Сейчас мы их посмотрим. Поехали, начнем с русского сервера и посмотрим дальше, что у нас дальше по других серваках есть. Может, что-то интересное добавили. Так, аккаунт Артемки. Все то же самое. Осколки, пакет накопления. Ну, такое себе. А русский сервер. Вторые на маскировку. Сменка. Хотя, в принципе, это даже меньше, чем полпак. Чем полпака. Так, десятые рунки. Вот такой себе, честно говоря, набор накопления. Так, набор самоцвета. Необычный. Окей. Что здесь есть? Парящий. Колесо. Пакет накопления. 90 бонус. Фонтан. Что еще интересного есть? На русском обычно ничего интересного такого нет. Ну, в общем, такой набор накопления. Поехали на английский сервер. Глянем, что на инглише есть. Так, английский сервер. 95 бонус, карты, Shopping Spree. Кстати, Shopping Spree должен быть интересным. Сейчас посмотрим, что тут хорошего есть. Ну, открывайся. Не хочет. Не проснулся еще. Попробуем еще разок. Так, вот такой вот Shopping Spree. 20 зефира продают. Уже поразбирали сумочки. Он такой же, как и в прошлый раз был. Возможность собрать фобу. Ну, такое. Такое себе. Так, аккумулейшн. Не поменялся. Посмотрим остальные акции. Еще проспектора хочу посмотреть. Ну давай, заходи. Не хочет. А, это... так, проспектор, по-моему, это оно. Крутилка, если я не ошибаюсь. Да, что тут у нас? Самики. А здесь Арктика. Этот. Такое. Ну, здесь возможность выиграть Космо и Огник. Причем здесь обычным призом стоит. Так. Разбей яйца. О, вовремя пришла награда за вход. Так. То же самое, что на прошлой неделе. Ничего интересного здесь нет. Пират. Ну, пират здесь неплохой. Относительно. Ну, конечно, не такой, как на немке. Ну, смотрите, третья карта, два этих, 1500. Все же получше, чем на русском сервере будет. Ну, 5 сумок первого левела дают. Такое себе. Так, ну тут понятно. Поехали смотреть сам базар.
Так, продают уже за один пак ваш плюс кучу сундуков. Десятые. Так, за 20 неплохой тоже пак. 20 с мин. А, за 50 точнее. Так, за 20. Ну, такое. В принципе, для начинающего аккаунта умник, как видите, и некрас за десятку плюс сундуки уже так начали комбинировать. Так, ну тут внизу у нас питомцы. Питомцы и кулаки. Что-то странное. О, берс. Это то, что нам надо по заказу. Вот. 70 осколков. Плюс еще возможность вытащить. Ну тут уже стопроцентный вариант. Так, такой вот за 50 зефир. Смотрите, зефир дешевле, чем он. А, так, также камешки продают, что сегодня есть, знаем. Так, Newman's Pack. Вот такое себе. И накопление. Вот, посмотрите на это накопление. Вот это действительно накопление. 3 миллиона кулаков, 35 осколков, новая чарка, новые сумки, 10 мешков зефира. Ну, то есть тут вы 100% ловите зефира. Вот так вот. По сути, это можно вообще за копейки собрать. 35. Так, берете, допустим. Ну, если этот пак брать, то вы по-любому соберете. Можно брать какой-то нестандартный пак. Тут такого нету, даже ничего интересного. Ну, вот этот и вы 100% собираете дуэлянта. Неплохо, неплохо, неплохо. А, так, поехали на немочку, посмотрим. Я вчера ее не смотрел. Уже после 11 там обновляются обычно акции попозже. Так, ну тут, конечно, топовый коллекционер, он так идет, причем он идет, как видите, не один день, а сразу же 2 дня. Так, магазин скидок, ну тут вообще топчик. Ну, что-то мало, 10%. Ну, стирачку бы забрали, но не хватает самиков. Так, поехали на остров. Один осколок зефира. Так, вот тут такой вот пакет накопления и довольно-таки неплохой. 175, 15 или это даже, не, скорее всего, это накопление, вряд ли это на трату, слишком жирно. Так, тут по акциям ничего не поменялось. Здесь фонтан, как видите, один такой вот, смотрите, X2, 4 штуки я вытащил. Сегодня увеличение, плюс 2. Еще одну потратил, плюс 6. Вот вам итог, плюс 12 монеток. Вот как здесь обалденно играть в фонтанчик. Так, что здесь для питомцев? Неплохо, кстати, здесь питомцев качать. Наверное, выгоднее всего. Да, скорее всего. Да, это на покупку. Так, так, так. Ну, здесь такое себе. Нету, не продают нового героя. Так, еще в доступе. Вот, посмотрите, какой этот. Вот этот один из топовых. Здесь 2 мешка огника, 2 мешка розы. То есть здесь собрать розу и огника очень легко. Но лучше, мне кажется, все-таки собирать на пирате. Ну, я розу уже, как видите, собрал. Еще даже одну, практически уже вторую начал собирать. Где-то мы ее уже походу проскочили. В начале, что ли, она?
скорее всего, поскольку, да, 90 штук. Так, окей, поехали еще Тайвань глянем. Тайвань, сейчас я гляну, что у нас на АС-сервере творится. Интересного. Так, тайванский сервер. Что с АЭСом? Ну, здесь набор накопления такой же, как и на русском. Нехти. На немку даже похож. Так, здесь на трату больше интересен. Так. Это базар обычный. Тоже нового героя продают полным ходом. Вот так, в принципе, больше ничего интересного нет. Так, окей. Хрусталка. Ну, здесь обычный фонтан. Ничего такого больше интересного нет. Хоть и много акций, но ничего пока интересного. Так, что у нас на колесо удачи парящий? На, если сегодня... Ну, сейчас зайдем на АЭС, еще покажу, какой там набор накопления. Такс. Так, где наш АЭС? Вот наш АЭС-сервер. Ну, вот по временным акциям точно то же самое, что и на английском сервере. А нет, немножко другое. Странно. Пак за этот, да, вот 749 рублей, там немножко у нас другой. Такой вот базар, набор накопления, но все же лучше, чем мне кажется, чем на русском. Как видите, здесь и дуэлянта дают нормально, и ну, последнее бессмысленно за 7800, это потолок, что стоит брать. Так, это такое же 120, 50. Ну, так вот. А ну, я хотел посмотреть, что сегодня есть найм. Не, нету. Что они продают? На найм редких героев. А здесь даже нету. Это на английском сервере. В общем, вот так вот. Ничего здесь нового нет, колесо удачи и парящий остров только. Схлопнем 50 книг. Как обычно, здесь только книги дают. Ну вот посмотрите, какой здесь волчонок, сокол, прайм. Здесь тоже очень круто. Девятые эмблемы. Топовая крутилка. В общем, вот так вот. Пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.